Клево всем, друзья. Выскочил сегодня с болонской удочкой на Читук погонять поплывок в роли болонской удочки. У меня матчевое удилище, болонки у меня нету, ну матч тоже подходит. Глубина небольшая в водоеме, поэтому без проблем удилищем 4,2 метра я буду справляться. Давно хотел именно погонять болонку. Тяжелые поплавки для Кубани пока не нашел, а вот для таких водоемов с тихим спокойным течением как раз подойдет. Так что, друзья, поехали пробовать. Друзья, у меня с одной из рыбалок осталась прикормка. Вот такая. Это лещ специи с кашей моей. В нее сейчас добавляю грунт. Тазик грунта и тазик прикормки. Грунт, к сожалению, очень мокрый, шли дожди, поэтому очень-очень сырой. Ну ничего, какой есть, что делать. Делаю примерно сейчас один к одному с прикормкой по объему. Добавил и перемешиваю. Была очень тяжелая липкая прикормка. В этом водоеме, как мне рассказывали, в основном не крупный подлещик. Ну, мне половить, побаловаться, погонять поплывок, то что доктор прописал. Ну, все, очень тяжелая липкая прикормка, буду лепить шары и закармливать точку. Болонка, конечно, подразумевает рыбалку в основном стоя, поэтому посмотрю, если будет неудобно сидя, буду стоя ловить. Но глубина небольшая, кидать недалеко, поэтому может получиться и сидя. Место очень стесненное, не очень удобно. Будет лишний шум трассы, тут буквально вот рядом трасса Жубгинская. Ну что, сейчас забрасываю в точки проводки и буду закармливать шарами. Глубина небольшая, чуть больше метра. Дальность заброса тоже небольшая. Вот такие вот шарики тяжелые. И туда побомблю. Прикольно. Еще не начал ловить, друзья, а уже подлещика забагрил. Ого, весело. Возможно, рыбалка получится интересная. Кормлю не в одну точку, а чуть рассредотачиваю. Все, закормил, друзья. Оставляю прикормка, которую буду подкидывать по мере необходимости, чтобы удержать активную рыбу. Фу, как неудобно. Ну а что делать, кому сейчас легко. Так, из наживок у меня есть кукуруза, опарыш и червь. Что-то мне кажется, основное будет опарыш. Ну, насаживаю опарыша первого. Прикольно, подлещик забагрился. Дальность заброса небольшая, тут буквально метров 15-17. Похоже, была поклевка или зацеп. Пока непонятно. Но опарыша нету. Та-та-та.
Оп, что-то есть. Есть, друзья. Уклейка. Первая рыбка сегодня на балонку. Ветер по течению не очень удобно ловить. Идеальные условия, когда такой ветер против течения. Кто там? Опять уклейка. Хорошая здесь уклейка, спортивная. Пока только уклейка. Не увлекаюсь я спортивной рыбалкой. Здесь на корм сбежалась уклейкой в большом количестве. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кто там? Все та же уклейка. Да, друзья, пока только уклейка. Но ее там очень много. И уклейка такая хорошенькая. Не то, что хорошая. А, хорошенькая. Говорили, подлещик много тут. Езжай, наловишь, оторвешься по подлещику, приехал. Пока только уклейка. Оп, это кто? Она же самая. Это тяжелая прикормка, друзья. Оп. Кто такой Бойцовый? А ну. Есть, друзья, вот он. Действительно есть подлещик. Смотрите, какой огромный. Ой. Ну а что, прикольно, клюет. Рыбка есть, клюет. Не скучно. Иди сюда. Не знаю, сколько, штук 30 поймал, наверное. Что, пошла каждый заброс, поклевка уклейки. Сейчас попробую заякорить поплывок, половить заякоренного. Так, что мне для этого нужно?
со дна. Все, это вот со дна, четко со дна. Заякорил поплавок, положил все на дно, да, крупное самое, но со дна уклейка. Офигеть. Все. Уклейка стоит во всей толще. Подлещика нету, не знаю, где он. Поплавок заякорен, крючок лежит на дне, груза на дне, и со дна она берет. Перехват был на лету, пока опускалась. Интересно, есть шанс, что придет рыбка или нет? Эх, Сашкина любимая рыба. Сашка ее любит, а я ловлю. Нашла и клюнула. А, плотва. Плотва, друзья. Со дна клюнула махонькая плотва. Вот это достижение. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кто это? Самый крупный рыб на сегодня, друзья. Это лещ. Во. Во. Он это сделал. Во, друзья. Во. Рыба-лещ. А сопливый. Ну что, укрепляемся. Так, к завтрашнему дню сантиметров на 5 крупнее могут подойти. Ну что, друзья, на вот этом бонусе буду заканчивать рыбалку. Можно сказать, что мой дебют по болонской ловле состоялся. Да, кривенько, мелкая рыбка, но тем не менее с чего-то ж надо начинать. Так что, друзья, теперь будет рыбалки, еще и болонку добавлю, и матч будет. Благо есть кому меня учить матчу ловить, потому что те потуги, что были у меня 20 лет назад, это были смешные. Хотя ловил подлещика, ловил на большой глубине, на 6 метрах со скользящим поплавком. Так что, друзья, надеюсь, вам это видео хоть как-то да понравилось. До новых встреч, друзья!